Нашла. Снимается маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК, а мир выходит из биоробота, становится рядом. У него есть голограмма. Только копия вышла. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Амира в газозащитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Амира поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Амира. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанс? Да. Хорошо. Ты голограмма, говоришь, стоит там, да? Она больше маска, чем голограмма. Сканер просканирует эту голограмму или маску. Отключи ее вместе с сопутствующими имплантами, коннекторами, подключками. Выведи это все на этой же частоте из ее биополя. И все, как выходит, формируется в шар перед Амиром из его биополя. Маска равнодушия и спокойствия, которого вообще нет в нем. Хаотичность внутри. И кто же это установил? Готов, шар. Отправляй его в клетку-тюрьму. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Амира, под ногами, 360 градусов вокруг него. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Амира. Находит все. Крахноид, красный дракон, лизард и демон. Чья это голограмма? Это маска, голограмма, которую он создал своим образом жизни. Там есть энергии демона и красного дракона. Хорошо, какой у нас красный дракон, считает цифры над головой? 28-71. Красный дракон, на каком основании ты занимаешься такими делами? Тебя кто-то просил ставить маску на человека и включать туда энергии свои? Что-то, я не ставлю маски. Почему маску твои энергии? Сам он создает. Почему энергии находятся твои в этой маске? Он показывает. А дракон и демон, они определенное влияние имеют на него. И своим образом жизни, и вульчатым характером, а также привязанностями создается определенная стена. Он хочет показать себя другим, спокойным и уравновешенным. А что получается? Но внутри он хаотичный, резкий. Это черты его характера? И неуравновешенный. Это черты его характера, подпитанные интерферентами. Понятно. Хорошо. Сколько ты находился в этом биополе, красный дракон? 4 года. Считай цифры, пожалуйста, у демона над головой. 14. Демон, тебя кто-то послал или ты сам пришел? Первый вопрос. Я сам пришел. Никаких магических действий не было ни с чьей стороны, да? Он пришел на наркотики. Это твоя чистота. Хорошо. Как долго ты находишься в этом биополе? 6 лет. У тебя есть контракт с ним? Да, есть. Какие условия контракта? Что ты даешь? Кайфует он. Он кайфует? А что ты получаешь за это? Энергии. А дальше? А дальше он кайфует. А когда его жизнь заканчивается, что происходит? Кайфую с кем он? Я. Демон, давай слушай, давай с тобой разговаривать, или ты серьезно не понимаешь какую-то ситуацию, в которой ты сейчас находишься? Или ты со мной собираешься играться и отвечать такими словами, да я просто закончу всякую дискуссию и начну тупо на тебя воздействовать? Если какой ты этого хочешь. Кстати, контракт у меня с ним добровольный. Объясни мне условия контракта, это был мой вопрос, я его второй раз задаю. Третий раз я уже не задаю вопросы. Что тут непонятного? Получает он определенный переходное состояние. Да. То есть ты ему подгоняешь наркотики постоянно? Так было. Сейчас когда он принимает? Когда заключался контракт. Понятно. Сейчас он принимает наркотики? Старается, но я дергаю. Понятно. Сорвется один день. Наркота умеет ждать. Понятно. Хорошо. Дракон красный. Есть у тебя контракт с этой душой? Нету. Хорошо. Лизард, сколько ты находился в этом биополе? 3 года. Ну, этот все усложнял и утяжелял, и арахноид. Как с тобой? Сколько ты находишься в этом биополе? 2 года. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии мира спроецировать все энергетические и сферические каналы, уверенности энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Итак, демон, мы возвращаемся к нашему разговору. Ты забираешь душу после того, как по условиям контракта входило забираю. Это в условие? Забираю.
Хорошо. Вот это ты мне не сказал, поэтому меня это немножко возмутило. Ты должен все Я же время... сказал, после этого кайфую я. Как еще объяснить? Да ты кайфуешь от всего, что негативное. Откуда я могу понять, что речь идет о контракте? Что возвращается, Вера? Посмотри, пожалуйста. Намного раз возвращается к разным интерферентам. А вот к дракону возвращается воспламенение. Дракон зашел на его воспламеняющийся характер. Понятно, вспышка эмоциональная, он на это заходит, он видит эти энергии, где бы он ни находился. Это мы в курсе. Вот так вот влияют наши черты характера на интерферентов, притягивая их. Готово. Хорошо, установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса, а мир забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые, 1, 2, 3. Сканер просканирует полноту души Амира на настоящий момент. 98. Хорошо. Где 2%? Маски. Хорошо. Готово. Ревер закончился. Сканер просканирую полноту души сейчас. 100%. Хорошо. Начинаем с Лизарда. Лизард, выходи. Вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью. Вытаскивай все свои энергии, ничего не забывай. Возвращайся назад и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то вдруг что-то забудет или оставит, специально или не специально, он сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Здесь шуток нет. Лизард не хочет шутить, он все снял. Лизард умный. Хорошо. Демон, скажи мне, есть ли лярвы в биополе Амира? Есть. Обе ноги. Еще где? Спина, поясница. Выходит красный дракон. Снимай все свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. Готово. Арахноид, твоя очередь, выходи. Снимай всю свою паутину, вытаскивай иголки, ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. У него есть иголки, каша в голове, вообще ограниченность какая-то, одно и то же. По кругу, да? Но он знает несколько мест. Ими пользуется. Понятно. Готово, снялся. Хорошо, демон, твоя очередь. Выходи, снимай все, что ты оставил в его биополе, и на месте доложи мне. Через секунду арахноид, он когда да. Вот эти иголки снимал, у него как от лба к затылку они шли. И он этими иголками как ограничивал вообще его какое-то расширение мысли. Ничего себе. У него мысли были от одного на другое, от другого на третьего. То, что он знает шире, этого он не выходил. Хорошо, я думаю, это состояние миру будет знакомо. Хорошо, демон, твоя очередь, выходи, вытаскивай, доложи мне на месте, что ты все снял. У него штаны до самого пояса. Уже штаны сплел. Сплел, летят арахноид. Хорошо, надел штаны. Снял. Хочешь лярвы? Да. Забирай лярву, возвращайся назад, ничего не забывай. На горле у него еще затемнение. А на горле от чего, объясни мне? Слов. Какие-то слова? Ругательные? Да. Крик, мат? Тоже есть. Понятно. Кулаки не пускал? Это всплески. Хорошо, кулаки не чесались? Когда чесались, выбегал. Фу, хорошо ты его под контролем держал, демон, я смотрю. Или тебе там много работы не надо было? Только подстроиться под него. Я же не могу себе представить, что человек с такими качествами только от тебя мог их получить. Это должно все быть. Все поработали. Все поработали, хорошо. Он все снял. Все снял. Поехали дальше. Даю команду на рассинхронизацию Амира с этой маской, арахноидом, красным драконом и его платами, лизардом и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Хорошо, значит, тогда переходим к аннулированию контрактов и договоров, демон. Тут мы уже ничего не можем, ты ничего не можешь сделать, это его воля. Единственное, что я тебе могу предложить потом в обмен, это его эмоциональный фантом, если тебе интересно. Заберу. Хорошо, значит, мы переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Амир должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Контрактом и договора. Все договора выходят активные и подсвечиваются. Есть старый, есть активный. Хорошо. Амир. Вы хотите аннулировать эти все контракты, которые заключили вы сами?
Аннулирую. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я, со собственными энергиями, пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты улетают на переработку вместе с фантомами этих контрактов. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Подхожу к Амиру, помогая моей энергии отстегнуть ему все каналы к интерферентам. На счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Все отлетело? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, контракт уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Выходит эмоциональный фантом Амира, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкую вибрационную эмоциональную энергию, им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Вышел фантом задерганный весь. Хорошо, Амир. Эти энергии, которые вы сейчас видите на вашем эмоциональном фантоме, вы сами произвели. Здесь вам уже никто не мешал. Это все ваш косяк, скажем так. Вы готовы с ними расстаться, с этими энергиями? Готов. Сворачивайте энергии в шар. Демон забираешь? Давай. Отправляю демону. Готово. Хорошо, демон. Я полагаю, ты будешь делать к нему подходы, правильно? Буду рядом. Будет всегда рядом. Объясни мне, пожалуйста, что случится, что тебе нужно для того, чтобы по новой зайти в его биополе? Еще один раз принять наркотики эти? Или что? Объясни. Я буду создавать ситуации. Где это все будет легко, легко достать? Легко подписать контракт. Понятно. И с того момента, как он даст эту слабину, ты имеешь с ним новый подписанный контракт, правильно? Правильно. И еще один вопрос. Объясни, это не для меня, а для него, я это знаю. Объясни мне, что дальше, когда его жизнь заканчивается, ты его забираешь душу в ад, правильно? Забираю. Что там дальше с этой душой происходит? Объясни. Работает. На тебя? На меня. И сколько по времени? Пока не осознает, не начнет меняться. Хорошо. Амир, эту ситуацию мы специально, я спросил демона, для того, чтобы вы знали, какие будут его следующие шаги. Демоны никогда... Подожди, скажу. Я не говорю про боль, а про осознание боли и страха. Я говорю про осознание того, что душа бессмысленно провела время на земле и удосужилась попасть ко мне в рабство. Амир, вы все это слышали, я повторяться не буду. Так все действует в этом мире. У меня тоже там душа очищается только через боль. Приходит осознание через грязь. Скажи, сколько времени приблизительно требуется в среднем душе, чтобы осознать? Я знаю, это у каждой души по-разному. Но приблизительно сколько в наших земных летоисчислений? Сколько это лет? Я скажу так. Давай. Души и оттуда воплощаются. Но это не главное. Происходит следующее. Если душа осознает, не обманывая себя, раскаивается, мы не имеем права в этом случае держать ее. Она идет выше. И если же из-за своего эгоизма или внутренней грязи начинает сотрудничество с нами, может воплотиться на земле и получить свой негативный опыт. Понятно, понятно. То есть темная программа, да? Программа темных. Такие люди становятся, как же вы их называете, исполнителями и не знают любить, не знают семью, не знают детей, родителей, беспредельщики. Ну, это уже больше мне говорит о нашем мире. Здесь у тебя хорошие знания есть, я это вижу. Хорошо, Амир, этот выбор лежит в ваших руках. Вы видели сейчас две стороны, вам объяснили, куда вы попадете, что вы сделали, что с вами станет, если вы не остановитесь, если у вас не хватит сил и духа для того, чтобы закончить эту эпопею с этими наркотиками. Ситуация вам будет сейчас очень много предоставляться, вплоть до того, что вы на улице будете находить, или вас будут приглашать, и все будет бесплатно. Только вы это сделаете, все, забудьте этот сеанс, с этого момента у вас новый контракт с демоном. Демон, поправь меня, если я не прав. Скучно ему сейчас, знаешь, скучно, я жду. Ладно, мы закончили воспитательный момент, демон.
ты получил все, что ты хотел сейчас, на настоящий момент, что я тебе мог дать. Больше дать тебе не могу. Ты готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печаты, растворяй с тобой огненную пентаграмму. Мне вообще нечего демону сказать. Он зашел на свою чистоту. Хорошо, Лизард, ты больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард забирает все, что он принес, уходит на свою чистоту, закрывая печаты, растворяя. Готово. Красный дракон. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше в это биополе не придешь. Даю слово красного дракона. Открывается наверху портал на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. Он забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Арахноид, готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. И арахноид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатываем, растворяем. Есть. Хорошо. Клетка пустая? А, нет, там маска осталась. Есть. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, маска уходит на переработку. Закрывая, печатай, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое силе было, оно проявляется. У него было, но сейчас нет. А следы есть? Мы же не работали с ним, по-моему, да? Мы с ним не работали, но его жена... Через его жену ты предупреждал того, кто делал магию. И она это забрала, да? Она забрала, но у него да. Осталась фантомная, я как нити руки у него на запястьях связаны. Хорошо. Но это не ее привязки, это его привязки к ней. Хорошо. Амир, вы готовы расстаться с этими привязками? Готов. Выдавливаю из него все эти привязки, фантом выходит. Есть. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, поехали дальше. Готово. Хорошо, Амир, мы закончили вашу чистку. Мы аннулировали контракт с демоном. Как вы себя чувствуете? Спокойно чувствую, ясность ума есть. Благодарю вас. Амир, я еще раз хочу обратить ваше внимание на эту ситуацию. Это действительно непростая ситуация и довольно опасная. Теперь вам придется доказать и себе, и демону то, что вы не хотите уйти с ним. Я надеюсь, вы меня поняли, и его поняли, когда он говорил, что он будет создавать ситуации и ходить рядом. Он будет приглашать вам кучу ситуаций, искать слабину. Как только вы дадите эту слабину и примете очередной раз наркотики, как я и сказал, забудьте этот сеанс. Забудьте. Я давно понял. Хорошо. Я надеюсь, у вас все получится, и вы останетесь хозяином своей души и будете развиваться с этого момента, как и запланировано. А сейчас мы будем отправлять вас назад в вашу систему биоробо-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию мира в его систему биоробо-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.